А теперь мы идем дальше. Еще на этом озере есть у нас еще рыбаки. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Сергей. Сергей, а на что вы ловите? Давайте мы посмотрим, на что вы ловите. Ну, пытаюсь на балансир. Пока что не очень. То есть мы там у Александра смотрели рыбака, он ловил на маленькую блесну китайскую, а вы на балансир, да? Ну, да. А вообще клюет на нее? Ну, сегодня не очень хочет, а так вообще ловили. На вот это, что сейчас ловлю, брал из щучка. Ну, а можно вытянуть, показать, что там? Глубина небольшая, да? Да, небольшая, там где-то 2-3 метра. Ну, 3,5 максимум. Вот такой балансирчик от Lucky John. От кого? Lucky John. То есть это непонятно, рыбка такая с крючками, да? И да. Внизу еще крючок. Ну, с капелькой такой крючочек. Сейчас, секунду, что-то не сфокусируется. Ага, видим. Видно, щучка больше любит саму рыбку. Чем крючки. Потому что вот на балансир я сколько ловил. А в чем вообще принцип балансира, расскажите вот нам, как простым. Ну, принцип, когда подбрасываешь, он уходит резко в сторону. А, то есть она играет. Да, и когда останавливаешь, он раз и к центру, ну, возвращается. А сегодня вот, сегодня Сережа, ну, можно так вас назвать, Сергей, сегодня вообще вы что-нибудь подловили на нее? Ну, пока что одного окунька небольшого выпустил. Ну, то есть есть, да, поклевки? Да, есть поклевки, ну, одна поклевочка и пару раз так, такие тычки были. Ну, вот и напарник, да, с блесной, он чуть-чуть получше у него получалось. Ну, давайте мы еще пройдем, посмотрим, что у него ловится. А, хотя вот этот вот можно тоже, маленькие окушки брали. Ну, а, то есть вы решили перецепиться, да? Да, попробую перецепиться. То есть вот коробка такая и тут вот несколько? Да, ну у меня в основном, я пока начинающий по зимней рыбалке. Вот но так, это все для хищника? Вот у меня балансиры такого вида. Вот, ну, брал натуралку, натуральные вот балансиры. Разных размеров. Такой размерчик, ну это пятерочка, наверное. Вот такой, такой же самый, чуть побольше. Ну и, естественно, кислотные. Ну кислотные, цвета. Наверное, у нас на озерах они работают. На озерах, да? Ну, я хотя зима еще я только... рыбачу на реках, я, ну, пока что не доводилось. Сейчас попробуем поставить вот. Есть у меня такой вот маленький балансирчик тоже. Полукислотный. Ну, хотя не полукислотный. 4,5, да, с черненькой спинкой, красненький вот плавничок. Ну вот любит окушок, небольшой окушок, любит такой балансирчик. Вот он в основном за вот этот крючок почему-то хватает. Видно, нравится он. За нижний. Да, вот сюда. Где вот этот кружочек? На этот я ловил щучку. Ну, больших особо не ловил на вот этот вот балансирщик. Ну, щучка бралась такая, ну, да, 700-800 грамм такие щучки в порядке. Ну, щука берет за сам балансир, а окунь почему-то любит именно вот этот крючочек. Вот. Сейчас попробуем перецепить. И посмотреть, как и клюет. И посмотреть, что у нас получится. Ну, да. Правильно. В принципе, на одну приманку не работает, а может на другую приманку в этом озере сработает. На луночку пришли. Ну вот, попробовал я на натуральный. Сейчас попробуем на кислоту. Найдем глубину. Проверим-ка. Вот, бросаем. То есть мы кинули на глубину? Забросили балансир. Лопатку там оставил. Ну ладно, сейчас так, чтобы не мешать. Не мешало нам. А мороз у нас сегодня где-то 8 градусов. Побольше был, но сейчас уже, да, как бы небольшой. Вот мы находим дно, опустили на дно. И начинаем что делать? Чуть приподнимаем, запоминаем. Ну, как, я обычно сантиметра, ну, как вот, находим дно, чуть-чуть приподнимаю, чтобы здесь дно и илистое, сантиметров на 5 приподнимаю, ну и начинаем бросать. Ну, подбрасывать балансир, чтобы он играл. Ну, бывают такие вот перехлесты, залет бывает, цепляется. Ну, посмотрим, как он тут побалансирует. Может быть, будет, что поклевка, может, не будет. Не будем уже снимать вот этот ход. Он, понятно, объяснил, как работает, а дальше чуть-чуть посмотрим.
Так, вот мы балансир этот новый закинули, сейчас смотрим. Ну что, не клюет пока? О, подожди. Что-то есть, да? По-моему, ну что-то непонятное, если честно. А, небольшой кусок. Вот. Ну вот, то есть, как он и говорил, Сережа, то есть, вот он вот. Под нижний крючок он и взял. Да, любит он вот почему-то именно крючочек вот этот вот с капелькой, с такой красивой. То есть скажем спасибо Сергею, то есть спасибо за то, что рассказал про свой балансир, спасибо нам, что мы это сняли, и спасибо вам, что вы это смотрели.